Привет, дружище, ты попал на канал Bob GTX, и сегодня, ребята, у нас суббота, а это значит, что день обновы именно сегодня. По крайней мере, нам так обещали разработчики каждую субботу делать обновление. Если ты уже ждешь его, обязательно прожми лайк, подпишись на канал, а я тебе расскажу вкратце, что нам ждать от сегодняшнего обновления. Стартуем! Итак, ребята, самое первое это то, что они выпустили уже нам видос и на 50 тысяч лайков нам обещали код. У нас уже есть один код, вот он будет в описании, он еще не рабочий. Код на спины или на релкоина неизвестно, но он уже есть. И еще один код нам должны дать вместе с обновой, потому что 50 тысяч лайков мы уже собрали под этим видео. Так что пара кодиков обязательно будет. Итак, идем, ребята, дальше. А дальше у нас вот такой списочек сабджитсу, которые должны добавить. И 9 сабджитсу, ребят, которые мы будем выбивать из боссов. Вот они, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И, ребят, кто не обратил внимания, вот в верхнем первый блудлайн. Что это за блудлайн? Мне кажется, такого блудлайна у нас не было. То есть новый блудлайн, Альфирама Шизен, может быть, это он. Не знаю, но вот, ребята, еще мы готовимся получать новый Bloodline. Также нам показали вот такого красивого голема, ребят. Это у нас такой прикольный груд, наверное, я не знаю. Это будет, наверное, все-таки мод Bloodline или что-то такое нового, того, что я вам показывал только что. Ждем. Еще у нас появятся наставники. 4 наставника, которые будут нам давать задания. Мы будем их выполнять, ребята, и мы будем получать пассивки от этих учителей. Пассивки очень прикольные. Также, когда мы пройдем все задания, мы получим вот такие статы. Когда у нас будет по 6000, у нас будет всего больше. Особенно здоровье. 7100, ребята, это вообще жесть. Сколько это должно быть здоровья, я не знаю. Ну, вот такие вот статы у нас могут быть. Посмотрим, как это будет в реальности. Также я вам говорил о пассивках, у нас появятся новые пассивки, когда мы пройдем какое-то учение с нашим учителем. И у нас будет и чакра восстанавливаться сама, и, ребята, будут вот такие интересные блоки, будем передвигаться, ну, тоже в определенно красивом телепорте, смотрите, это супер. И я думаю, что у каждого учителя будут свои какие-то пассивки, какие узнаем уже в обновлении. Похоже, ребята, это все, что добавят разработчики в этом обновлении. Обновление будет большое. Кстати, должны еще сбалансировать Bloodline, как всегда они это делают. Это мы уже узнаем, когда выйдет обновление. Надеюсь, видос был полезен. Обязательно поставь лайк и ждем обновления.